Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, бежим быстренько в магазин. Ага, колода. И нам выпадает здесь морозильная кошка. Я просто видел последние буквы ШКА. Ну, естественно, кошка. Так, забираем здесь награды. Пройдите серию испытаний. Начнем именно с нее. Давай-ка вот здесь вот. Кстати, сегодня воскресенье, завтра понедельник. У нас обновится неделька. Надо будет посмотреть, на каком мы месте с вами находимся. И есть ли у нас вообще шанс дойти до Лиги Мастеров 2 звезды и удержаться там. Мне кажется, что вряд ли. Потому что завтра я работаю, а послезавтра у меня будет выходной. Видишь, как неудачно совпадает. Так, ладно, разбираем с тобой этого. Воу! А, нет, все нормально, Усаги, отлично. Так, Паукус, по-моему, тебе надо отдохнуть слегка. Да ладно, Лео не смог подбить его. Так, Рафаэль добивает, и нам стрелозад этот выпендривается тут, да? А, у него контратака. Так что надо иметь в виду. Так, завалили. Ну что, переходим с тобой на последнюю волну. И здесь у нас крысиный король вместе с крысами тут со своими и Рокстеди. Так, давай-ка начнем, наверное, с Рокстеди с тобой. Ну ладно тебе, Усаги, что ты не смог добить его, что ли? Ну, Лео, ты-то хоть молодец, не подвел. Ну и крысиный король. Ой, а че он такой сильный? Че он такой непробиваемый, можно так сказать. Причем, прикинь, у нас с тобой двойная атака висит абсолютно на всех. Ха, я только сейчас обратил внимание. Наверное, мы с тобой здесь подхилимся. Мне кажется, сейчас крысиный король вызовет свою стаю крыс, если успеет, конечно. Упс. Это была промашка, ребята. Хотя нет, ничего он не успеет, мы его завалили. Остается только лишь добить этих крыс никчемных. Давай-ка, наверное, вот здесь вот. У него две атаки, он должен, в принципе, справиться. Нормуль, и последняя крыса, которая выпендривается, как обычно. Все. Ну что, серию испытаний мы с тобой прошли. Естественно, получаем награду. И пойдем искать осколки. Куда? Да, именно на Донателло. Потому что Донателло я хочу прокачать. Как это там, бомба? Бомба какая-то или мина? По-моему, бомба называется, скилл у него. Так, поднять уровень персонажа. Это все обязательно сделаем, но чуточку попозже. Так. Что с игрой, елки-палки? Немножко что-то подтормаживает, и мне показалось так. Ну давай, Донателло, показывай свои навыки. Ага, бейсбольная бомба, вот как называется. И нам нужно с тобой найти всего лишь две кружки. Одна нашлась, и последняя, пожалуйста. Все, шикарно. Так, а нам хватит с тобой? Хватает мутагена, поэтому прокачиваем до четвертой ступени. Ох, ё-моё, а тут-то теперь сколько нужно искать? 6 Ч-планшетов, 7 джойстиков, 14 силовых ячеек крэнгов и 18 наушников. Ладно, начнем, пожалуй, наверное, с Ч-планшета. Ага, раз. Ну, давай еще-то. Два планшета уже есть в кармане. Так, давай попробуем здесь. Какие-то нам выпадают комиксы. Опять комикс. Так, Ч-планшет. Нам нужно сколько? 6? По-моему, 6 штук. А я уже нашел 4. Ага, я уже нашел 4, поэтому надо еще 2 найти. Но, видимо, не все так просто. Этот планшет не хочет никак нам выпадать. Да ладно, одни комиксы выпадают и все. Да ну хорош. Да ладно тебе, вы задолбали. Вы в курсе? Так, последний нам нужно с тобой отыскать. У меня так быстренько с тобой телепорты все закончатся. Все, друзья мои, я нашел. Я нашел и выполнил заодно задание, да? Ну, что-то как-то переходит очень медленно, ребят, тормозит. Не знаю, по какой причине. Так, поднимите уровень персонажа. Ну что же, у нас с тобой не так уж много мутагена. Да посмотри, что происходит, а. В чем проблема? Всего лишь 11 тысяч. И я думаю, даже на карайку не хватит. Ага, нужно 12 500. Но у нас есть выход из этого положения. Мы можем с тобой пойти спокойно на арену. Так, где мы вообще находимся? Можно мне узнать? О, Лига Мастеров до сих пор еще и ранг 68. Слушай, ну это неплохо. На самом деле, можно, в принципе, немножко подтянуться, да? И выберем мы с тобой
Давай-ка, наверное, Пашку возьмем, а? Я думаю, Паша будет не против. Берем Леонардо. Так, 60... Тихо, Донни. 68 уровень здесь максимальный, поэтому... Раз, два, три. Опасно. Так, Тимми, подожди. Возьмем, наверное, Армагона. То есть Армагон и Леонардо, я думаю, что они вполне должны справиться, в принципе, против этой команды. Единственное, что мне не нравится, что-то подлагивает игра. Не знаю, в чем проблема, конечно. А, нет, ребята, знаю. Я знаю, в чем проблема. Но у меня видосик закачивается в YouTube. Вот в чем суть. Видимо, из-за этого. Ну, ладно, прошли. Кстати, вторая серия «Одни из нас» вышла. Я ее уже закатал. Так что можете заходить и смотреть. Так, ну что, куда мы с тобой переместимся? 58-я позиция. Ну, это как-то слабо. Возьмем, наверное, с вами Цезаря, да? 67-68 уровень здесь, а тут... Ну, они, в принципе, вот что Цезарь, что Вилл, они одинаковые. Единственное, что тут кролики, опасные типки, и уровень 67-й. Причем 5 золотых звезд. Слушай, ну он круто прокачал его. Вот этих вот кроликов, на самом деле, поэтому надо... Тут надо быть аккуратным, потому что его массовая атака может нам сделать очень много чего неприятного. Кстати, ты заметил, что мы с тобой ни разу не встречали платиновый ранг, чтобы против нас хоть один персонаж был из платинового ранга? Может быть, это будет где-то на 100-м месте, фиг его знает. То есть мы с тобой до Лиги Мастеров уже не доходили, до самого там верха. Так, подожди-ка, давай-ка мы, наверное... Слушай, или провокацию? Нет. Будем просто бомбить. Ой, зря я, наверное, да, сделал так? Ай... Лео даже оглушили. Да ну хорош. Так, кто у нас там будет сейчас ходить? Кролик, да? Ой, кролик. Бибоп, конечно же, валим его. Нормуль, так, Донателло следующий, по идее, должен. Но мы можем с тобой сделать, знаешь что? Провокацию. Да, я, пожалуй, сделаю провокацию. Не будем рисковать. Ать, дудки тебе. Ну-ка, нейтрализатор бомбани. Да ладно, ты чё? Эх ты, подводишь всю команду, а, нейтрализатор, ну как ты так мог? Видишь, как ребята стараются, а ты, ну у него, правда, и уровень, конечно, маленький. Ну да не беда, поехали с тобой дальше. На какую позицию? Нам, конечно, надо перебраться, по идее, сегодня в Лигу Мастеров. Да, две звезды. Но мало того, что перебраться, нужно еще и позицию хорошую занять, чтобы было время на откат. Я еще завтра попробую с утречка бомбануть перед работой, да? Может быть, еще чуть-чуть повыше поднимемся, и будет вообще все тип-топ. В данный момент у нас с тобой 49 ранг, 4 отката есть. И тут я буду брать, наверное, Кори. Скорее всего, да? Тут нифига себе, одни оригиналы почти. Ха. Нет, так дело не пойдет. Будем брать Кори. Берем обратно Леонардо. Железноголовый почему-то, как всегда, рвется в бой. 52 уровень брать нет, это рискованно. Возьму лучше Зека, да? Зека возьмем. Мы, в принципе, должны ушатать этих ребят. Как бы на изи. Хотя все может пойти не по плану. Мы обычно так всегда, да? На шару. У нас почему-то, когда мы на шару, лучше выходит, чем что-то когда-то планируем. А ну-ка. Лео, давай, жги. Да, ты зажег, но не так, как я хотел. А если так? Во! Паукус, красавчик, добил его. Я просто как вспомнил, кем Паукус был, когда он был человеком. Таким же жиробасом. Бегал там со своим мобильником. Ладно, перемещаемся с тобой на... Давай 39-ю. Ну ладно, 40-я, фиг с ним. Пускай будет 40-я позиция. Кстати, скоро у нас опять 500 долларов будет. И мы с тобой купим опять же... Ой, хотел сказать этих телепортов. Да, телепортом будем с тобой брать обязательно. Так, что у нас тут? Леонардо, Ашраф и Клаудия. По кубкам, по идее, надо брать вот этого, но... Но это опасно. Это опасно, тут Шреддер, тут Роквелл, Донателло. Слушай, тут очень много массовиков-затейников, поэтому я возьму... Я возьму, наверное, вот это вот. Да, Клаудию. Я надеюсь, у меня получится пройти идеально. Для этого мне понадобится, наверное, Донателло тоже. Потому что я больше уверен, что он будет защиту ставить. И майки. Хотелось бы на самом деле взять еще... А, вот, у нас есть с тобой Карайка. Как раз она не отыгранная, поэтому есть смысл
ее брать. Ну что, Бакстер Стокман, да, противник еще тот. Начнем с уклонения. По стандарту, да? Дальше, вертушка. Так, хиллер у них тот, только лишь Леонардо. Так, Лео. Добьем, интересно, или нет? Изи! Ха! Вообще разобрали, даже не поморщились. Слушай, ну это прикольно, на самом деле. Единственное, что у нас остается с тобой три имбовых персонажа. А вот как отыгрывать здесь поединок, я не знаю. Нам придется брать кого-то слабенького. Да, до мастеров мы с тобой не доберемся. Это как минимум нужно нам с тобой еще 4 боя провести. У меня всего 2 отката и 2 персонажа, да, имбовых. Ну, возьмем с тобой, наверное, Кутмана. Возьмем Кутмана. Так, Лео, возвращайся. Если, например, Лео и Усаги сыграют вдвоем, а возьмем вот это, ну это риск. У нас сразу, вот если мы берем с тобой слабых вот таких персонажей, у нас падает инициатива очень сильно, поэтому даже Леонардо. Но если Леонардо сделает первый ход, то Усаги, наверное, не сделает. Сейчас проверим эту теорию. Ага. Так, Усаги ходит первый. То есть ты хочешь сказать, что у него инициатива лучше, чем у Леонардо? Так получается, что ли? Ну, хорошенько, зажги, пожалуйста. Изи. Вот это я понимаю. Вот это вот Усаги, да, и Леонардо вдвоем теперь могут отыгрывать на высоких уровнях довольно слабых персонажей, и это прикольно, потому что у них большая инициатива. Замечательно. Значит, мы с тобой перемещаемся на 20 какую-то, 23-ю позицию. Ага. Что у нас тогда с тобой остается? Взять этого охламона, что ли? Имма. Ну давай возьмем Иммочку. Так, Леонардо, последний откат у него. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут команда, конечно, блин. Я просто их подставляю сейчас под монастырь. Да. Рафаэля оригинала. И... особенно Кирби. Кирби это вообще... Хотя, погоди-ка, если мы с тобой... Стопудняк бомбанет, ладно. Лучше я встану в провокацию. Он массовую атаку сделает. Хотя вряд ли он успеет, да? Да, друзья мои, вообще четенько. Смотри, как на арене мы с тобой здесь выступили. Не забывай, что брал с собой двух слабых персонажей, которые просто бы упали бы, нанеся по ним урон. Ну что, мы с тобой перемещаемся где-то на 15-ю, наверное, да? 14-я позиция. Ну, я тебе и говорил, еще бы 2 боя, и у нас было бы все в шоколаде. Но завтра перед работой я все-таки, если не забуду, потому что я утречком поиграю, да? Перед работой это где-то в 4 утра, получается, в 5. И потом только после работы, а приду я, извини меня, в 10 часов вечера. То есть, сам понимаешь. И серия, конечно, завтра, наверное, не выйдет, а уже выйдет послезавтра. Бустануть, естественно, не получится. Я могу, конечно, это сделать на работе, но мы же с вами снимаем обычно, когда у нас начало недели. Так что я думаю, этим заниматься не будем. Ну, немножко, как говорится, не получится у нас бустануть, но все равно лучше мы с вами отыграем все как есть наяву, да? Так, что у нас еще? Задание. Ё-моё, я уровень персонажа не поднял. И это будет у нас Карайка, судя по всему. Потому что у нее там 68 уровень. Надо ее прокачать до 70-го. Чтобы она, как говорится, глазами тут не мозолила. Так, Карайка, молодец. И что теперь остается? У нас 6300 мутагена. У нас что-то вообще сегодня как-то плохо все. Сюриков нету, да? Порталы на исходе. Откатов нету. Да. Жестко. Так, пицца. Арена, испытания. Ну, испытания мы с тобой вроде бы как все сделали. Единственное, что я могу, это попробовать пофармить. Поехали. Билет студенческий. Эй, ну 30 жетонов, ладно, бог с ним. Так, снаряжение комфорт. Вы дайте мне вот это, пожалуйста. Ну что вы мне не даете эмблемку? Данные Кренгов, да зачем они мне нужны? 30 жетонов опять, а? 4 доллара, ну... Ну вот вы специально 2 серебряных осколка. Не хотят, прикинь, они не хотят мне давать вот эту эмблему. Ха. Как сговорились, прикинь, все получил, все, вот кроме вот этой эмблемы. Ну как так может быть, а?
Плюс у меня еще осталось только лишь 20 телепортов. Всего. Да, 655 жетонов. Подожди-ка, а мы, кстати, в магазине с тобой приобрести ничего не сможем? Так, ну тут хорошо, что ничего новенького нет. А то, опять же, мне было бы обидно. Да подожди ты, не надо сюда лезть. Да, 75, а у нас только лишь 52. Так, давай по этим посмотрим. Слушай-ка, мы можем. Можем, ребята, смотрите-ка. 3 ДНК на Рафаэля. Берем, конечно. Без вопросов. Еще 2 ДНК, и мы его можем прапать. По-моему, он у нас перейдет в 5 или в 4 золотой ранг. Можно, кстати, это глянуть. По списку это у нас Рафаэль Видение, по-моему, или... А, нет, Рафаэль Ролевой. Ну-ка, где-то у нас Рафаэль. Вот опять прячется, а? Я его не пропустил? А, друзья мои? Листаю, по-моему, я его пропустил. Так, Рафаэль фильм. Это все не то. Тут у нас, опять же, его нету. Здесь Донателло Майки. Так, Микеланджело, Донателло. Подожди, а где он? Как он? Как он выглядит-то, ё-моё? Я что-то забыл. Так, Микеланджело, Морозильная, Крип, Крысиный Королик, Север Мутагеноид, Шреддер, Анил, Леонардо, Микеланджело. Ролевой нам нужен Рафаэль, да? Ролевой. Леонардо, ролевой. Так, Микеланджело, классический. Леонардо, классика. Так, Рафаэль, видение. Рафаэль, фильм. Леонардо. Так, Донателло, фильм. Погоди, что происходит? Так, Леонардо, видение. А, вот он, Рафаэль ролевой. Друзья мои, какой нафиг 5-й золотой ранг? О чем я говорю? Он получит всего лишь 4-ю серебряную звезду. Вот оно что, 4-ю серебряную звезду. И после этого, да, нам нужно будет сколько там, 330 золотых осколков. Кучу мутагена, чтобы перевести его в золото. Вот так вот, а я тут губежки раскатил, ага. В пятую золотую звезду он пойдет у меня. Конечно, он даже еще в серебре там копошится. Вот это я просчитался, да, ребята. Ну что, турнирка закончена. Испытание у нас все, пицца, как говорится, точнее сыра нету. Такая короткая серия получается, но это никуда не годится. Можно, конечно, попробовать, знаешь, что сделать? Поиграть в смятение, да, из другого измерения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17 боев. Вау, а у нас пиццы-то всего 14 штук. А, это я, видимо, когда искал на Донателло осколки, да, я, ребята, не осколки, а элементы. И я всю пиццу туда вбухал. А за каждый поединок у нас сколько берут? 6. Ладно, фиг с ним, давай 2 боя. Будем, как говорится, выжимать из игры все, что только можно. Да, еди... до каждой пиццульки, ё-моё. Так, ладно, бомбанил. Но гриб-то этот можно было бы распетрушить, в конце концов. Так, таракашка. Сильный парень, а. Так, положили на лопатки. Крис Брэдфорд. Воу, воу, воу. Смотри, что он тут на себя повесил. Контратаку, да? Что там еще у него? Усиленная атака. Ух ты! Погоди-ка, опасно сейчас с этим-то нападать на него. У него еще и критовка стоит, прикинь. Так, тихо, 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 не надо буянить. Майки, ушатай его. Слушай, ну опасно брать Рокстеди потом в следующий ход. Блин, если мы сейчас не хильнемся с тобой, это будет труба. Что делать-то будем? Давай-ка я рискну. Раз. Два. Все, хиляемся. Ух, немножко отлегло. Так, берем, наверное, с тобой провокацию здесь. Другого варианта я не вижу. Так, и уклонение. Обязательно уклонение. Но волна пошла. Так, может быть масс... Давай, наверное, сделаем с тобой массовую атаку от Усаги. Потому что муха выжила. И чувствую себя довольно неплохо. Смотри, сколько у нее ХП.
Ну, здесь, конечно, мы ее завалим. Так, мутагеноид пумс, промахнулся, и мы его добили. Ну что, отлично, мы с тобой еще можем вполне сделать один бой. Только лишь один, больше все, как говорится, пицца закончится. Собрать. Ну, зато для следующей серии нам с тобой меньше придется проходить. Так, давай сюда, наверное, занырнем, да? Будем с тобой драться против черепах. Слушай, а может быть нам вместо Бахстера взять Донателло? Как ты думаешь, не прогадаем? Ой, я даже не знаю, что сделать. Нет, все-таки я возьму Бахстера. Я все-таки возьму Бахстера, я рискую. Я могу его потерять. А если мы его потеряем, мы с тобой получим меньше сундуков. Но, блин, у нас хилка. Уклонение это у нас, смотри-ка, с тобой в откате. Так, а это плохо. Сейчас нам тут навтыкают по полной программе. Давай-ка попробуем с тобой повесить баф. Защиту там, контратаку. Так, сделаем с тобой вертушку. Ай-яй-яй, вот этого и боялся. Массовая атака пошла. Так, его мы забомбили. Рафаэль, ну естественно, естественно, хиляться. Это даже не обсуждается. Так, Донни выпускает шар. В кого? Упс, друзья мои, мы с вами просто... просто сейчас можем потерять Бакстера Стокмана. Твою же маковку. Че делать? Атакуем, короче. Двойные атаки у нас с тобой. Выпускаем маузеров. И Бакстер Стокман упал у нас. Упал, друзья мои. Да. Ну что, придется нам с тобой получить на один сундук меньше. Грустно, конечно, ну а что поделаешь. Ничего не поделаешь. Блин, вот так и думал, что не стоило его брать. Надо было брать Донателло и все. И поверь мне, мы бы выжили. Эх, Бакстер, Бакстер. Интересно, а если... А, ну тут... Слушай, я могу, интересно, этот уровень переиграть? Не-а. Друзья мои, этот уровень я не могу уже переиграть. К сожалению, видишь? Это плохо. Да, давненько я, кстати... Слушай, ну здесь ничего страшного, по идее, да? Вот эти вот сундуки, как бы, мне не особо нужны. Хотя у нас, скорее всего, золотой не получится, да, взять. Наверное, так. Ну что же, 1000 лет я не проигрывал. И вот на тебе. Бакстер Стокман меня подвел. Ну что, друзья мои, серия получилась коротенькая, но да ладно. Главное, как говорится, я ввел вас в курс дела. Что, к чему и почему. Какой у меня прогресс, что нам ожидать. Еще говорю, одну серию, точнее не серию, одну игру я сделаю утром. Поиграю уже за кадром. Надеюсь, выбьюсь все-таки в Лигу Мастеров. Да, 2 звезды. Ну, самое главное удержаться, потому что откат у нас будет с тобой в 2 часа дня. Или в 3, я уже не помню точно. То есть, поиграю я в 5 утра. Ну, вот и прикидывай, сколько времени пройдет. Ну, ладно, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!